Подождете меня, ребят? Ты люби... ублюдок, любвеобильный фон. Чик, я умею боком... А, нет, не умею. Ну ладно, потом покажу. Пойдемте. А чё, я один? Пиздим их, Андрей, пиздим. Да меня бьют! Наша хуй сосила, возьми саппорт, пожалуйста. Где-то... Я, возможно, репорты не мог словить. Как назад играем, блядь, на мейке. Бабка что-то там смотрит, я ей показываю танец, а она мне как-то там обзывает репликой. Я перед ней закрываю дверь, он такой... Репорт! Я такой... Это... такой типа, ебать ребенок, он такой... Репорт! Я такой, прости, что обидел тебя, кисуля. Он такой, репорт! И блок! Я такой, блядь! Ёбок меня не хилят, я говорю, что это ёбок меня не хилят. А у меня еще и вражеская команда агрится, потому что я их дам убиваю. Блять. Пошел на ставку, типа, самый мозг. Это хуйня мелкая, без ульты. А чё, я такой пиздатый, что ли? Ты такой пиздатый, сферы кидать не умеешь. Нихуя. Меня не кинул, пока меня пиздили. А ты где был, кстати? Я на поинте был. Да? Кармашки, которые вот этот вот, блядь, ебаный. А, где Андрюх сейчас стоит, да? Нет, где Райан как хуём мотает. Ну там и Андрюх стоит. Трисса, шлюха. Меня пиздят! Ага. Да чё, ага! Я пока, бля, потихоньку долевитирую туда. Обосраться смогу. Там, бля, мерся ебаная летает. Блядь! Кензи! Пизда. Мне такой агрессивный геймплей за этого сраного робота. Блять, Кензи пошел нахуй отсюда. Другой робот, блять. Убейте, Кензи! Извиняюсь. Справедливо. Меня Жирик пиздит. Жирик отпизди его. Пока, Жирик. Пока, ребят. Минус Бригитта. Блядь, как же меня бесит этот Кензи. Пиздец. Ну такая шлюха. Трейса шлюха. Можно я кого-нибудь возьму вместо саппорта? Кроме саппорта. Еще одно ДПС взял. Я понял. Мой снежок выходит за этот забор и ворота. Беги, снежок. Здравствуйте. Паш, посмотри, кто на солдат. Здорово, all right. Yeah, I got it. Он не в чате, он не в чате. Понял, да, то, что ты... Да, я понял, я, блядь. А ты думаешь, нахуй я дзен это, блядь, взял? Я, блядь, хочу, чтобы... Тотально, блядь. Нет, сейчас я хотел Арису взять, но потом подумал, блядь, пошел ли... А не пошел ли кого нахуй, как бы, Андрей? О, Андрей, мне тут больно, ты чё, блядь? Ну, я хочу тебе просто поставить хилку, блядь. Да иди нахуй! Блядь, нам определенно нужно поиграть в ебаный орех, пиздец. Там такая срака, блядь, будет! Да, я заебался, я если буду играть, я буду один убежать, потому что у пылесоса два ебаные. Да не, чувак, я тебе отвечаю, я, блядь, нормально играть начал. Не переживай, блядь, я сам рад скинуть пару шмоток. Даже если они мне нужнее. Не, я тебе серьезно, типа, я помню, я когда играл с рандомами, ради того, чтобы получить топ-1, я, бля, отдал, короче, Вингман свой любимый, блядь, пиздец. Какому-то черту, блядь, фу. Он его проебал, но мы катку выиграли. Да, он всегда так хилит. На самом деле я одной рукой только играю, то и что я перебегаю. Да не про тебя, блядь, да не про тебя. Ты читать, что ли, умеешь? Второй саппорт. А, нихуя себе. Может мне другого саппорта взять, бля? На котором больше контроля, да, Паш? На котором я больше долбоёб, чем здесь. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Я сейчас выебу. Блядь! Живой! Ты пёрнул в воздухе. А он тебя вообще что не видит, Паша? Ну я не знаю, блядь! Я смотрю, Макри по мне стреляет, ты рядом с ним в небо прыгаешь. А у меня перезарядка, он просто решил мне не мешать, блядь. Блядь, попасть.
Опа, пошел нахуй! Этот умер, ладно. Подъездки не выжил. Да, он похилил, он убил. Хилил его я, блядь, дебил. Какого хера мне так везет на этого долбанного Генджи? Не поверишь, он, блядь, не с тобой пошел! Он, блядь, увидел тебя в саппортах, пошел к тебе. Увидел меня, блядь, еще картоне. Пошел меня пиздить. А в итоге он долбоеб. Его, короче. И, короче, меня у него застилила фара. А он куда идет? А он здесь, блядь, прыгает. Kill the ch. А, блядь, ну ладно. Я думал, ты немного отхилился, ну ладно. Наверное, ты отхилился, но он, блядь, тебя убить успел. Да. Да какой же ты, сука, дебил, блядь. Как же... Повра. Минус фара. О, блядь, в пизду эту хуйню. Сколько у меня там ульты осталось? 80? А да хуй с ним, сдам ульту и, блядь, меняю класс. Что не так с роботом, я не понимаю. Ну, ничего, я говорю, на нем играют либо Патао, либо бешеные игроки. Скажи, ну, может, что... может загуглить, кто такой Патао. У этого есть литературное, как бы, обозначение. Кто такой Патао? Да. Кто такой Патао? Согласно источнику Википедия, синдром Патао – хромосомное заболевание человека, которое характеризуется наличием в клетках дополнительной хромосомы 13. Во,